Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как Bakery Bunny. В прошлой части мы ознакомились, чем занимается данная платформа, кто они такие, какая у них цель, какие планы на будущее. Сегодня продолжим и рассмотрим экономику проекта и саму команду уже. Итак, как мы видим, Bakery Bunny токен – это родной токен управления команды. Держатели, инвесторы Bakery Bunny управляют своей экосистемой и получают высокий процент прибыли от платы за производительность фермы. Держа, ставя токен Bakery Bunny, он обеспечивает бесперебойную работу экосистемы платформы. Total supply, общее предложение, составляет 16 миллионов токенов Bakery Bunny. Из них 45% выделено на пул ликвидности пулы, 5% для разработчиков и команды, 3% выделено на airdrop и баунти, 4% это маркетинг и рекламные акции, 40% краудфандинг, 3% операции. Все это более подробно показано на диаграмме, где мы можем ознакомиться. Теперь, что не касается самой команды. Команда Bakery Bunny, этот проект был разработан командой разработчиков и специалистов по блокчейну. Команда верит, что их... Таким образом, компания гарантирует полную прозрачность и позволяет нашему кондуксу говорить сам за себя. Компания не уйдет, пока их творение не поможет людям по всему миру. Проверить их на GitHub, чтобы узнать, что команда разработчиков готовится для Bakery Swap на самом GitHub. Можем перейти и более подробно изучить, какие были активности, что было создано на GitHub. Также данная компания проводит в настоящий момент airdrop, который каждый желающий может присоединиться, просто открыв Telegram-бота, запустив и выполнив сначала прохождение капчи. И выполните стандартные для нас действия, такие как подписаться на Telegram, группу, Telegram-канал, следовать в Твиттере. И остальные всего 6 заданий, которые выполнить может каждый. Обязательно переходите в Telegram, на сайт, ознакомливайтесь с white paper, командой. Только после этого принимайте решение, стоит ли вам принимать участие в данной компании. Ну а на этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, всем пока.